всем привет! В эфире программа News Time, с вами Инна Стан. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. Риана готовит свою автобиографию. Книга будет содержать более 1000 фотографий, на которых запечатлена личная жизнь звезды. Издание увидит свет в конце октября этого года. News Time. 28 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Bridge TV пройдет шоу Lord of the Dance – Dangerous Games. На выступлении в БКЗ «Октябрьский» режиссер Майкл Флетли покажет ирландскую легенду о противостоянии темного лорда и повелителя танца. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Столичный вуз, 9 утра. Казалось бы, что может нарушить привычное начало дня? Однако вместо студентов – танцоры в ярких нарядах, вместо педагогов – режиссер и съемочная группа с камерами. А в эпицентре действия появляется Николай Басков. Нет, это не институт сменил специализацию, это съемки нового клипа. Видео получило название «Сердце на сердце». Кинотоль, кинотоль. Значит, вы все поменялись. Давай поменяемся, сердце на сердце. В свои 42 неувядающий император российской эстрады явно решил размять косточки и показать, что он по-прежнему в форме. Так еще и лук натуральный блондин подобрал что надо. Эл-Джей бы позавидовал. Это наш 9-й клип. Я попросил в клипе, чтобы история этой песни была выражена в движении. Построить больше его на танце, весь ролик, и сделать его в такой стиле интересного, скажем, андеграундного танца. Сколько танцоров участвовало на съемках, сосчитать не удалось. Однако и без этих цифр понятно, что о такой вечеринке обычный студент мог бы только мечтать. Смотрите мой новый клип на стихи Михаила Гуцериева, музыка Виктории Кахана «Сердце на сердце». Новинка уже в эфире телеканала Bridge TV «Русский хит». Мы сможем ночами любить, как и прежде. Я буду в твоем, а ты в моем сердце. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.